Подарили новогоднюю сказку и веру в чудо детям-сиротам и детям, которые воспитываются в замещающих семьях, работники Центра развития творчества детей и юношества совместно с сотрудниками управления по вопросам семьи и детства. Ежегодно в период зимних каникул работники Центра перевоплощаются в сказочных героев и радуют малышей веселыми играми, конкурсами. Больше всего Нового года ждут дети. Для них это время подарков, новогодней сказки и чудес. В первые дни Нового года традиционный утренник для детей состоялся в Центре развития творчества детей и юношества. У нас вообще ежегодная, это традиционная новогодняя сказка. И для своих воспитанников в то же время мы выступаем как бы своего рода спонсорами. Детей-сирот, детей-инвалидов. Ездим в детское отделение больниц. Подарили им новогоднюю сказку «Веру в чудо». Новогоднее театральное представление с веселыми играми и загадками стало открытием праздника. Пришла я к вам сюда, узнав, что чудо и волшебство ждут самые замечательные дети. Но как вы уже убедились, волшебство только бывает с добрых сердцах и у кого чистые намерения. И поэтому именно к вам меня сюда прислал Дедушка Мороз. Ребята посмотрели сказку, с удовольствием принимали участие во всех конкурсах, после чего их ждал традиционный хоровод вокруг елки вместе с главными героями зимнего праздника – Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Ребята, а давайте поприветствуем нашу елочку и споем ей песенку, давайте! Только чур ножками дружно топать, чтоб елочке понравилось! Дети встретились с героями из любимых сказок, поучаствовали в играх. Анастасия и Влад Кощавцевы пришли на праздник с приемной мамой Оксаной Поляковой. Поскольку Новый год – событие особое, то и наряд для этого должен быть соответствующий. Именно поэтому Анастасия и Влад перевоплотились в героев из сказок. После новогоднего сказочного представления у них осталось много эмоций. Мне понравилась очень сказка «Дед Мороз». Я люблю Новый год, потому что Дед Мороз приносит подарки. Мне понравилась сказка «Дед Мороз». Я люблю Новый год, потому что Дед Мороз приносит подарки. И еще потому что мы наряжаем елку. Праздничная программа понравилась не только детям, но и их родителям. Программа замечательная, великолепная. Костюмы замечательные. Деткам понравилось, все хлопали. Прям такая праздничная программа, замечательная. В этот день поверили в мечту и обрели веру в новогоднее чудо. Более 15 юных славянцев. В завершении утренника все дети получили сладкие подарки. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов. Программа «События».